Сегодня Наташа Макшаева отправилась на городские улицы и узнала у прохожих, кто в этом году вел себя хорошо и на какой подарок от сказочного дедушки претендует за примерное поведение. Жители Саранска без стеснения рассказывали нашим новостям о том, что хотят на Новый год и как планируют отмечать праздник. Как себя вели целый год? Да как вели себя? Положительно? Плохо, очень плохо. Нормально. Хорошо. Ну, относительно. Может, даже плохо. Очень хорошо. Отлично. Плохо. Так, кто-то хорошо, кто-то плохо, да? 50 на 50. Хорошо вела. Очень хорошо. Очень замечательно. Дети хорошо вели. Что будете просить у Деда Мороза? Деда Мороза? Да ничего, здоровья, наверное. Не знаю, у меня все есть, в принципе. Родители, слава богу, здоровы, живы. Больше ничего не надо. Чтобы здоровье было у всех. У всех здоровье самый главный подарок. Мягкую игрушку хочу. Чтобы не бил, наверное, а так... А вы? У меня все есть. А, наверное, чтобы мечты сбывались в Новом году. Чтобы все были здоровы, главное. О себе? О себе выспаться. Счастья. Не знаю. Любви и резин зимнюю. Я бы хотела, наверное, скорее всего, чтобы дети были счастливы и здоровы. Вот это самый главный подарок. Где будете встречать Новый год? Дома с родителями. С семьей? Ну, примерно так же. Дома у себя. С семьей, конечно же. У меня сын приехал, и он хочет нас повезти в ресторан. У себя в семье.